Скажите мне, как так можно? Вот так вот, как можно, а? Ух тышка! Утро... И капец, это ж надо так! Вот это да! Ничего себе, так мимо проплыла! Всем привет! Приехали на рыбалочку. Сейчас будем пробовать ловить карпик, карасик и толстолоб. Карпа будем пробовать на бойлы. Такие вот. Придумал кормушку. Закармливать времени нету. Так что буду с кормушкой кидать бойл. И ловить карпика на такую вот оснастку. Как крутится. Пропели. Слушай, за что он говорил? Это что? Карп. Зеркальный. Зеркальный. Скажи. А, первый улов. Надо первый улов всегда отпускать. Ну я отпущу. К деткам, не к родителям. Позовет, да? Отпущу. Кричи. Бабушку с дедушкой позовет. Разобраться, да? Да, отпускай и говори. Какой красавец. Ладно, ну, а когда будет большой, вообще будет красавец. Пускай и говори. Плыви к бабушке и дедушке. Да, позови бабушку и дедушку. Славь. Бери руками, что ты двумя пальцами берешь. Говори бабушке и дедушке. Уже видно, да, крутит? Не менялось, по-моему. По-моему, не одна. Ух тышка! Вот раза в четыре побольше. Четыре-то мало. Скажите мне, как так можно? Вот так вот, как можно, а? Пипец какой-то. Как так можно поймать? Жесть какая-то. Не торопись, не торопись. Там есть. Я видел. О, где бумага? Ура! Рыба вся в пене. Ого. Ничего себе, побольше стандарта сегодняшнего. Ложи ее. Как две вот так вот мои ладони. Две твои ладони поперек. Аля, Славик, у тебя клюет. А так клюнула, так клюнула. Дергай, дергай, давай. Крути, крути, Тань. Смотри, рыбка у тебя. А так это, Слав, давай я тебя сфотографирую, Стань. Слав. Покажи выше рыбку. Подави. На. О, все.
Туда на лодке надо. Да. Вот это весь наш улов, наверное, будет. Ой, как клюет, да, сладко? Аж папа закидывает. Играет. Папа, надо опустилась. Опустила, надо было дергать. Потяни. Та она аж подпрыгивает. Подкрути. Удочка. Все, достаточно. Сейчас опять опустишь, потом. Или поднимешься, туда ты устаешь? Что-то опять крутится. Опять не лать. Ого! Карасик? Для разнообразия, да? Водит. Камыш. Камыш? Ушел в камыш или зацепил? Слава. Да стоп такое. Тоже карасик. Выбрасываем. Опять. Не больно. Ну и шо. Папа. Ага. Ну что, так же идет? Это через годик они вырастут, да, или меньше? Блин. Да, Слав, не пугай, не пугай, сиди. Капец, это ж надо так. Вот это ничего себе, так мимо проплыла. Как она запутывала, глянь здесь. Поплавок, блин, больше сделал, рыба. Как она запутывала. Так он мимо проплывал, да? Жесть. Ну ты даешь, друг. Стандарт. Ай, ушел. Сорвался. Я говорю, они тут как это самое, как под линейку вроде кто-то сидит.